Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы открылись в зеленой зоне. Пара доллар-рубль и евро-рубль продолжают расти. Мы предполагаем, что на этой неделе ослабление рубля по отношению к доллару и евро будет продолжаться. Пара на доллар-рубль будет стремиться к отметке 55, пара евро-рубль к отметке 62. Что касается цен на нефть, то здесь продолжается боковая динамика. Сегодня цены незначительно снижаются. А мы предполагаем, что боковое движение на нефтяном рынке будет происходить вплоть до заседания ОПЕК.